Чепачец. Безмятежная и такая же одинокая Антонина Цуркану встретила нас теплыми объятиями на пороге своего дома в селе Пелене Дрокивского района. Благодаря щедрости генерального партнера социальной компании «Батренино», «Штримол Телекома», а также других партнеров проекта «Сети аптек Фармачея Фамилия», «Ассоциация поддержки общественных инициатив и спорта», «Сети магазинов Линелла» и службы такси 14444, двор дома был заполнен подарками. Вы принесли мне подарков, как будто я 100 лет еще проживу. Давайте мы расскажем вам, что принесли. Мы рассказывали, что о вашей истории узнали не только у нас в стране, но и люди, живущие за границей. Вот эта коробка прибыла из Италии. А увидев новый телевизор, Антонина Цуркану даже прослезилась. У нас есть партнеры, которые нам помогли. Этот подарок для вас. Мы знаем, что вы часто смотрите телевизор. Смотрю, конечно, спасает от скукоты, когда идет дождь, а когда хорошая погода, уже больше по хозяйству. ТВ-8 показывает? Да, настроили. Будете смотреть, там вас покажут. Спасибо огромное. Нет слов, чтобы отблагодарить вас. Вспомнили обо мне. Мне Бог вас послал. Не остались равнодушными к историям пожилых и проявили великодушие как генеральный партнер проекта компания «Молтелеком», так и другие партнеры. Ассоциация поддержки общественных инициатив и спорта, сеть аптек «Фармачея Фамилия», сеть супермаркетов «Линелла» и служба такси 14444.